сквозь сердце столицы по брусчатке, дорога на пьедестал. Скажи, победа! Ура! Я заплакала и кричала, уже непонятно, кому кричала. Молодая мама, главное золото которой уже примеряет мамина. Это этот маленький топтышка, который ходит по комнате. Вернуться, чтобы выиграть на родном треке. Для меня цель была – это европейские игры. Надежда белорусского велоспорта, проверенная временем. Татьяна Шаракова в проекте «Наши чемпионы». Смотрите в понедельник сразу после «Панорамы» на «Беларусь-1».